Переговоры по Карабаху намеренно затягиваются официальным Ереваном. Министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Литовской республики в нашей стране Эгидиусом Навикасом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. Министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успеха в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Литвой. Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны подчеркнул продолжение агрессивной политики Армении и отметил, что несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по военному сотрудничеству. Была особо отмечена необходимость реализации соглашений, достигнутых в области военного образования, в том числе продолжение курсов, организованных для военнослужащих, и увеличение числа слушателей, посещающих эти курсы. Выразив удовлетворение началом дипломатической деятельности в нашей стране, посол подчеркнул, что приложит все усилия для развития отношений между Азербайджаном и Литвой, в частности сотрудничества в военной сфере. Навикас, в свою очередь, подчеркнул, что Литва признает территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относится. Он отметил, что его страна является сторонником мирного решения Нагорно-Карабахского конфликта, а также добавил, что это также важно и в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа. Стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Приветствую, дорогие подписчики! Прошу вас поддержать канал своими лайками. Делая это, вы помогаете продвижению роликов в YouTube. И не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи!